Всем трема доброго времени суток, от канала Лэйзи Дмитрий. Не зевнуть просто невозможно, и ленивый я. Так, мы продолжаем играть в Рафт. Напоминаю, что ссылка на плейлист группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент из нее свое сопение. И, в общем-то, вот, что в итоге получилось. Значит, здесь я построил такую фигню. Зачем поставил вот эти вот подпорки? Да по очень простой причине. Так как плот слишком большой, волны его захлестывают, мое почтение. Так что вот, вот такая вот. Вот такую фигню сделал, ну, такое, как сказать, тихое место, чтобы поспать. 254 дня, кстати. Я, честно говоря, думал, что не так долго я тут выживаю. Ну, здесь безо всяких изысков, просто вот такая лужайка вокруг дома. Здесь зиплайн, так чисто по приколу. Собственно, внизу, по-моему, ничего... А, внизу кое-что поменялось, да, я тут приколы ради гамак повесил, вот здесь вот. Долго искал, куда его приткнуть, потом понял, а вот здесь самое место. Так, что-то еще. Да, вот, я плавал и доплавался. Это титановые ловушки, ребята, титановые. Ну, вот эти вот, сейчас найдем. Так, стоп, давайте мы кое-что сделаем. Нет, ладно, сначала покажу. Титановые ловушки, они у нас где? Это вопрос, блин. Вот, все эти ловушки, да, где нужен титан. Сколько я, блин, кладов выкопал, мое почтение. Вот этот монстр приплыл, но в итоге никуда не пошел. Тут потому что... Во, нет, здесь... Во, вон, если сколько осталось. Ну, здесь кое-что поднабрал, по-моему. Ну, здесь все менялось, изменялось. Здесь, да, туда-сюда. О, а что, у меня досок так мало? Нифига себе. А, не, норм. Я просто брал из этого. Что-то еще... А, да, ну, наверху, конечно, место капитана. Наше великолепное все. Вот, путешествуем с комфортом. Ну, и наверху тут на крыше еще один кусочек. Вот. Это уже такой совсем вперед смотрящий вариант. Вот, ну, и тут покатушки. Уи. Там есть достижение проехать по зиплайну сколько-то там метров. Я вряд ли его буду специально получать. Так, и сейчас... Так, ты что грустишь? Эй. Мямля, ты чё? Грустно? Мало места? Понимаю. Вообще, конечно, можно будет потом расширить. Наверное, перенести этот лес сюда. А это дело расширить. Хм. Или же шибко не заморачиваться. Просто раз, два, три. Раз, два, три, да? Как вариант? Ну нет, это не то. Просто две сюда добавить. Нет, наверное, все-таки лес надо будет переносить. Да, наверное, тогда лес просто перенесу. Сделаю там такой... аппендикс. Вот тут вот. Но это в следующий раз. Потом надо будет расширить территорию. Это у животных реально многовато. Ладно. Так, во-первых, у меня есть следующая мысля. Кстати, важный момент с вот этой вышки. Охотиться на чаек. Борис, хрен попадешь. Охотиться на чаек одно удовольствие. Да, ну подбери ты ее. Так, в общем, смотрите. Поплывем мы сегодня по сюжету. Никуда оно не денется. Вот. Но есть у меня одна мысль. У меня есть два достижения, это крысы и, собственно говоря, рыбы-удильщики, где осталось буквально прибить одну рыбу, две рыбы, по-моему, и две крысы. Поэтому сейчас мы сделаем следующее. Сейчас мы сгоняем, во-первых, на Васагатан 4309. Так. 4309. Ого, 2000 метров. Нормально. Сейчас мы сгоняем на Васагатан, прибьем там две крысы. Потом сгоняем на Ворона Пойнт. Там прибьем две рыбки. Ой. Я думаю, что-то меня разворачивает куда-то не в ту сторону. Ну-ка. Хорошо. Еще. Ведь был же рядом, главное, в прошлый раз с этим дурацким катером, блин.
Мог бы сделать спокойно, но нет, не подумал. Ну там реально, знаете, как сказать, до убийства, по-моему, 50 крыс 2 и до убийства 10 рыбок 2. То есть я подумал, чего уж эти достижения так по-глупому сливать. Так, собственно, что мы сейчас будем делать? Кстати, по поводу счетчика. А, я же это, по-моему, показывал. Блин, я же это, по-моему, показывал, да? Красить уж не стал, что-то мне заломал, может, потом. Радио сюда перетащил. Все, так, что еще? Что истечен? По поводу счетчика, да, смотрите, 291. Еще чуть-чуть и придется четвертый движок ставить. Но он у нас есть. Он у нас есть. Или у нас 3 двигателя было? Хм. Хм. А, кстати, да, вот этих штук тоже. Да, но если вы думаете, что я... Да, вон тут, как видите, вон целая куча наживок еще я закупил. Вот этих, напродавал их. Ну, если вы думаете, что я именно что выкапывал сокровища, нет. Я покупал титан. Я плавал от острова к острову, просто выкупал весь титан, который был так удобнее намного. Ну и парочку еще выкопал, так что... У меня была мысль, знаете, там, по-моему, есть... Наверняка есть какое-то скрытое достижение, типа там, знаете, выкопать охренеть сколько титана, но, блин, я с этими раскопками... И мне так надоели, честно говоря. Так и мне достали эти раскопки. Я не знаю, это настолько нудное занятие, блин. Кстати, я говорил, да, что одной акулы хватает, чтобы забить этот бак под завязку. По-моему, говорил. Будем считать, что говорил. Будем считать, что говорил. Это сюда. Продолжаем трамбовать. Продолжаем, да, продолжаем хомячить обычную еду, потому что, ну, один хрен, ее тут много, так что, ну, а что еще с ней делать? Только есть. А давайте рыбу съедим. А, с другой стороны, нам и медвежатины хватит. Ну, или что это такое? Вообще, конечно, идея с переносом леса на сторону... Вообще интересно. То есть, если купить еще пару таких мосточков. Так. Возникла одна мысль. У меня возникла мысль, и я ее думаю. Никогда так не делайте. Думать вредно. Очень вредно. Ну да, действительно. Куда ж я мог приплыть, как не в какой-нибудь долбанный... Здрасте, приехали. Я что-нибудь пролазил. Кажется, то ли мой персонаж растолстел, то ли я при последней модификации этой местности диван слегка лишнего подвинул. Да, похоже, подвинул лишнего. Блин. Ну ладно. Сколько там? 1500 уже. Поворот. Еще немножко. Так. Ой. А, тьфу ты. Извиняюсь. О, норм. Текс. А. Ты издеваешься, блин. Что-то еще. Ну, сейчас, да, насобирать и действительно переставить весь этот лес. Соответственно, я смогу увеличить территорию животных вдвое. Просто как-то слишком изгаляться по поводу их территории. То есть, видите, там же 9, 3 на 3 поливается. Соответственно, самый простой вариант, это, соответственно, и добавлять по 9 штук с каждой стороны. Но добавлять, скажем, здесь сбоку уже не вариант. То есть плод растет только в длину, по сути. Ну, это правильно, я считаю. Я так... Вы так считаете? Я так считаю. Я ведь давно это что-то там считаю. Там-та-та-там. Да уж. Песня старая, но добрая. Хорошая. Бам-бам. Копится. Все еще копится. Так, то есть смотрите, да, покупаем еще один мостик, чтобы вот так.
Тогда вот это надо будет убрать. И, кстати говоря, надо что-то с фонарями решить. А то у меня передняя часть что-то вообще вот здесь вот не хватает подсветки. Нет, это явно не то, что нужно. А, кстати, я бинокль сделал. Он вот такой вот. Никакого достижения за его использование мне не дали. Так что, в общем-то, фиг его знает. Что-то я так и не понял, нафига он нужен. Ну, то есть, как бы... Ну, просто... А что такого он может показать? Ну, я имею в виду... Разве что... Где-то в тумане что-то мелькнет, когда тебя тащит, например, от необходимой точки куда-то, и ты видишь там какой-нибудь, как бы это обозвать, какой-то силуэт там, например, какого-то сюжетного острова, ты понимаешь, что надо туда грести, ну блин, слушайте, бинокль это вообще... Нет, ну правда он, надо признать, что бинокль здесь не ломающийся, что к чему я, честно говоря, подспудно был немножко готов, что он будет именно что... Немного ломающимся делом, как и все здесь. Но нет, он вроде не ломается. Что хорошо. Вот. Но, блин, по факту бинокль получается таким несколько... Ну, как сказать, девайсом из серии тех же шапочек. Ну, знаете, вот этих вот. Вот этих вот. Ну, то есть, как бы, да, забавно, но дофига. Ну, есть, есть, как говорится. Ладно. Прикольно, окей. Возможно, конечно, кто-то со мной не согласится. Возможно, даже мне приведут убедительные доводы. И, возможно, я с ними даже соглашусь. Вполне может быть, может быть. Но я играю так, как мне удобно. И в моем варианте игры, честно говоря, биноклю места как-то не находится. Такие дела. Бам. Камень. Камень нам не нужен. Камень сюда. Так... Ладно, вроде плывем, вроде ничего не мешает. Так, то есть еще раз смотрим. Если все это снести, например, мы оставляем две. То есть раз, два. Получается вот эти... Сколько занимают вот эти две штуки? Раз, два. Блин, неудобно. А, вот. Раз, два. Ну, грубо говоря, две с половиной. Ну, три, ладно. Полностью три. То есть, если мы берем вот такой вариант, раз, два, три, четыре, пять, то этого более чем достаточно, да, и здесь будет лес. Тогда мы освобождаем нехилый кусок этого плота зачем-то. Ну, как зачем? Во-первых, я... Можно было бы, конечно, их вот сюда сдвинуть, но, блин, тут как-то такие удобные проходы, эту штуку тоже двигать особо неохота. Ну, то есть, да, я лучше им, наверное, в длину увеличу. Ну, то есть, типа, чтобы, знаете, типа, три сюда, ну, да, три. Например, если сдвинуть сюда, то это будет эту под... Блин, широкая слишком территория получается. Да, лучше в длину делать, на самом деле. Лучше делать длину. То есть, вот, раз, два и три. Да, пожалуй, так будет правильней и удобней. Что там, далеко, что ли? Так. Этот гудок надо перевесить. Только вопрос, куда? Чтобы он особо-то не мешался. Но по логике... Гике. Ну, это как-то вот так вот пришпандорить. Во, точно. А вот это надо отсюда убрать. Угу. Пожалуй, мы сделаем вот так вот. Эта штука пойдет сюда. А, так. Эта штука. Так, тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давайте вот сюда мы ее воткнем. Пожалуй. Да. А то что-то спереди света не хватает. А туда я сейчас...
Наверное, тот факел надо убрать. Они там стоят. Ну, я их поставил, что называется, потому что были. Сейчас понимаю, что они здесь очень неправильно смотрят. Сюда лучше эти. Нет, нет, именно фонари повесить. Так, сейчас, куда бы его... Ну вот, птичка улетела. Вот так вот. Ага, вот это правильно. Чтобы, так сказать, было видно меня издалека. Ну что, приближаемся, нет? Где там он? Кстати, боковым зрением видишь дальше, чем при помощи бинокля. Так, и нам нужно, соответственно, раз, два, две подсветки, да? Угу. Ведь можно было камин тут поставить. Ну, сейчас. Нетушки. Нетушки, нетушки. Так, это чуть-чуть подвинуть. Так сказать, оптимизация, оптимизация. Сейчас, минутку. Сейчас. Поплотнее. Так, есть. Я-то никак не могу понять, почему он именно так подсоединился. То есть, почему этот провод не идет сюда. Ну, поняли. Наоборот, короче говоря. Ну, ладно. Пусть так, пусть так. Фиг с ним. Ну, это ладно. Это мы потом еще переставим. Невелика проблема. Так. Ну, что-то где там? 300 метров. Уж обычно видно. Хм. Обычно с 300 метров с боковым зрением уже видать цель. А тут что-то плывем, плывем. Плывем убить пару крыс, буквально. Чтобы получить достижение. И ничего более. Так. Это сюда. Ну и параллельно собираем ресурсы. Я понимаю, что это совсем неинтересный геймплей. Что это совсем неправильно так делать. И так далее, и так далее, и тому подобное. Но это геймплей. Понимаете, вот создавать, конечно, красивые ролики из игры, я не спорю, это очень красиво. Но это не игра, это именно что клип получается. А я в данном случае показываю игру. Такая, какая она есть. А, и то нехило так пропуская вот это все строительство. А если бы я еще это строительство вел, роликов было бы... Ну, как минимум еще 6 или 7 роликов было бы, это точно, это без вариантов. Даже больше, наверное. Так. Ну, наверное, сначала надо досок накопить. Прежде чем устраивать глобальную перестройку. Проблема в том, что каждый раз, когда я начинаю строить, акулы очень радуются. Все-таки грызть-то и нечего, бедняжки. Я ее в этом плане совсем заигнорил. Вот. Ага, приплыли. И даже с нужной стороны, с кормы, так сказать. А нам корма и нужна. Так, я хотел сделать... Ага, я хотел сделать фонари. Фонари. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Фонари. Вот они. Так, 6 хлама, 2 стекла. Раз, два. Нет. Бам-бам. Так. Вот так вот. Секунду. Ну, я думаю, да, вот так как-нибудь проканемся. Как-то вот так вот углом прям туда. Отлично. А, так. Фонари. Фонари, фонари. Вот один. Ага. А вот здесь будет. По логике, еще один надо куда-то вот сюда. Над головой. Ну, то есть ночью, чтобы обзору ничего не мешало. По логике, да? То есть фонарь должен светить из-за твоей спины, а не перед носом. Но с другой стороны, блин, это игра и логика. Не смешить мои тапочки. Так, и все-таки. Эй, ну ты че? Зачем так-то?
Так, если вот так вот сделать, да? Во! Во! Отлично. Ну, не совсем, но можно пролезть. Я просто переставлял этот диван тут немножко. Туда-сюда. Так, так. Ну, в принципе, да. Две крысы, все. Больше ничего не надо, так что давайте быстренько хлобыснем нашего элитного. Да, как видите, элитного я тоже немножко сделал. Хотя не так, чтобы прям пипец как сильно. Так, ну ёкаламана, это что это такое? Иди сюда. Так, ладно, давайте сейчас, прежде чем туда идти, все соберем. Хотя из этих ловушек можно не собирать. Насколько я понял, в этих ловушках помещается какое-то абсолютно неприличное количество ресурсов. Так, веревка. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Там. Пам. Ну, о, да ладно, пластика уже. Кстати, да, с пластиком наоборот стало получше. А нет. Вот из-за того, что так вот волнами захлестывает, я, собственно, поэтому и поставил. Ну, вот видите, да, даже в таком варианте, вот сейчас смотрите, сейчас волна захлестнет, когда увидите. Помните? Чтобы волны через дом там внутри не ходили, поэтому я его на подпорчике и поставил. Так, пойдем. Что-нибудь с собой? Да нет, просто пойдемте. Пам-парам. Тут же все открыто, насколько я помню. Вроде бы, да. Фонарь тут... Да сейчас уже, наверное, и не нужен. Так, мне нужно... Ну, пособираем по мелочи. Что тут найдется? Чё-чё, уж. Ну, подбери ты его. Ага, слышь, хрюкает. Хлам нужен всегда. Так, одна крыса здесь. Одна крыса тут. На самом деле, уже сейчас я понимаю, что фонарь больше нужен для осмотра достопримечательностей, чем для чего-то, ну, совсем серьезного. Как видите, в темноте все подсвечивается, и по факту все, что... Фонарь тут нужен вот именно только для того, чтобы просто получше все разглядеть. Так, и, по-моему, здесь в коридоре одна должна быть. Или нет? Или я путаю? Блин, не помню уже. Вот здесь разве нету? Похоже, надо наверх идти. Я помню, что они тут респавнятся. Очень хорошо. Не зашел за крысами, в итоге собрал весь пластик, да? Ну, блин, нужен. Что поделать? Нужен, к сожалению. Так, секундочку. Опять я забыл одну полезную штуку сделать, чтобы щелканье мышки не так сильно раздражало. Я говорю... Удивительно, насколько микрофон улавливает те вещи, которые он, блин, улавливать не должен. Я говорю, мое сопение, щелканье мышки, еще какие-то посторонние звуки, блин. Сколько я... Блин, все-таки вот... Ну да, нужно более качественное оборудование. Но это, к сожалению, пока что, будем честны, банально не по карману. Ничего-ничего, все будет. Все будет хорошо. Ну... Давайте еще эту комнату отберем, раз уж. По-моему, вот сейчас эта крыса должна появиться. Я не уверен, но, по-моему, она довольно быстро резается. Или нет? Или да? А фиг его, значит, посмотрим. Или надо будет идти наверх. Ты уже здесь? Нет, смотри-ка ты. Ее еще нет. О, еще ящик. Ладно, пойдемте наверх, сходим еще одну грохнем тогда. Так, ой. Блин, я не вижу нифига. Вот ночью фонарь нужен. А, ну кстати, сейчас выйдем, зайдем, и она, скорее всего, появится, да. Ну да, ночью фонарь нужен. Днем-то еще ладно, плюс-минус, а так тут вообще ни хрена не видно. Будь то какой-нибудь хоррор, я бы уже раз 10 обосрался. Кстати, давайте-ка проверим одну мою догадку. Раз уж мы один хрен тут. Фонари, где они у нас? Или... Ну да, конечно, фонарь с собой. Так. Помои сожрать. Это сожрать.
это положить. Давайте все быстренько скинем. Вон сколько хлама. Хлам нужен. Хлам очень нужен. Тут ничего не попишешь. Бам-бам. Красота. Просто красота. Так, бамс. Мне интересно, он здесь покажет что-нибудь или нет? То есть, не зря я сюда не плавал. Похоже, не зря я сюда не плавал, да? Угу. Пойдем. Да, вылези ты. Вот, по-моему, каждый раз, когда ты с корабля выходишь, они обновляются, эти крысы. Ну да, ночью здесь намного лучше, конечно, с фонарем. По-моему, так. Я могу ошибаться. Сейчас проверим. Да, вот она. Ну. И чё? И где? Минуту. Все нормально, это не игра лагает, это я лошара. Нужно немножко больше, чем я думал. Сейчас. Ну там, короче, было 43. Кто дышит? Страшно. Алло, крысы. Вы мне нужны очень. Крысы. Люркеры, да. Люркеры. Здесь? Жралкеры. Сталкеры. Нет, собирать уже ничего не буду. Только время тратить. Я думал там... Я помнил, что рыбки две. Вот эти удильщика. А оказывается... И мне почему-то... Казалось, что и крыс. Такое же количество. Ой. Тут еще одна скачет. Крысы. Крысы, крысы, крысы. Крысы. Так где вы, блин? Вот, когда я тут ходил по сюжету, так спотыкался об них, я говорю, на каждом шагу, блин. Как они мне нужны? Ага, называется. Сосай лалка, блин. Нужны они тебе. Нужны, перетопчешься, да? Не, ну звук был. Может, сверху. Крыса. А, вон ты. Так. Получается, сейчас надо выйти с корабля и перезапустить. Так, у меня там было, по-моему, 45. Я ничего не путаю. У меня было 45. Сейчас я прибил еще троих. То есть сейчас 48. Давайте мы официально с корабля, так сказать, выберемся. Прям совсем официально. Прям вот... Ой. Ну, конечно. Я тебя отомщу, скотин. Ты не думай, что тебе этот кусь пройдет просто так. Вот мы официально вышли, прям даже поспали в гамаке. Ну а что? Я этот гамак, кстати, не тестил еще. Спит нормально. Ну это, знаете, типа там такой дом для отдыха, такой, знаете, для спокойного, размеренного отдыха. А гамак это, вот, так сказать, ну как диван. Тикс. А рыбок придется убивать на этом, на стройке. А где еще? Да, вывел, конечно, этот полудурочный, блин, своих питомцев. Дебила кусок, я говорю. Она же здесь, по-моему. Эй! Нет? Минутку, а где? Здесь же эта крыса должна быть. На втором этаже. Нет разве? А, или может она здесь? Нет, не факт. Че, я путаю, что ли? Хм. Ну, может быть. Ну? Что? Все еще не конец? Я еще не всех прибил? Да в смысле? Во! Все. Есть. Теперь за рыбками. Ну, просто это такие достижения, которые, в общем-то, ну, как я уже сказал, ну, что там осталось-то взять, да, несколько штук грохнуть. Вот убить
взрывающихся рыбок. А их там, по-моему, овер до хрена. Вот это да, это, конечно, задачка. Это, конечно, задачка, я вам скажу. Так, я, конечно, дико извиняюсь. Я знаю, что вы очень любите такой контент на моем канале. Лена, эту акулу я посвящаю тебе, как обычно. Я знаю, ты это обожаешь. Жопу с клыками, ты где? Акула? А, во. А, понятно. Копьем затыкаю. Где еще? Копьем даже удобнее. Оно, конечно, слабее, что для меня немножко странно. В том плане, что для копья могли бы сделать какой-нибудь титановый наконечник тоже. Прикольно остановил. И вот показываю, зачем я это сделал. То есть вот, ну, нет, он, конечно, не пустой. То есть, бамс, голова. Раз, два, три, четыре. Ну, видите, ну да, тут да, две трети, значит, нужно, чтобы это дело заполнить. Бам, 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 бам. Мед опять кончается. Так, ладно. Значит, яйцо. Так, копье. Давайте вот так сделаем. Так, фонарь убираем. Долг светит. Хорошо. Так. Так. Крысиное мясо. Куда же без него? Это сюда. И теперь нам надо к рыбкам. Не к рыбкам. К этим. Воронопоинт. 7-4, 6-4. Так. 7-4, 6-4. А, не, нормально. Ну, типа, гуднул. Тут, к сожалению, двойной гудок нельзя изобразить, потому что, если я не совсем еще деревянный, я помню, что один гудок — это мы поехали, двойной гудок — это, типа, назад сдаю. Вот по поводу рыбок я не знаю, на самом деле. Там их, по-моему, надо дохрена грохнуть. Ну, в том смысле, что их там действительно много. То есть у меня там их, по-моему, убито 20 с чем-то, а их надо 50. Я просто так думаю, ну, блин. Одно дело, извините, штук, как говорится, десяток этих крыс, которые, к тому же, с рыбами-то так быстро не получится. А, еще чуть-чуть. С рыбами процесс медленнее, вот в чем проблема. Так-то я бы не парился. Так, у нас проблема. У нас кончается тесак, у нас кончается копье. Так что надо их сделать. Во-первых, копье. Доска, веревка, железный слиток, болт. Доска, веревка. Болт. Бам. Есть и тесак. Два железных слитка. Раз, два. Два болта. И хлам. Бам. Все отлично. Текс. Запаска есть. Хорошо. Стройка, стройка. Стройка. Стройка, стройка. Ты постройка. Не хочу. Не хочу. Многое так строил. Заниматься строительством сейчас. Я боюсь, у меня досок сейчас не хватит. Ну, точнее, хотя почему не хватит? Что у меня с пластиком? Пластика. Полный сундук-рюкзак. Сундук-зак. Здесь. Тут, в принципе, тоже хватает. Вот досок немножко маловато. Я думал, чайка орала в том смысле, что она сейчас причалит. Ай.
Как сквозь берег проходить, так эти лопасти всегда здесь. А как мой крюк пропустить, так хренушки, да? Ну, ладно, ладно. Я не злопамятный, просто злой память хороший. Так. Да, будем 4 держать. 4 листа. Бам. Текс. Что есть чё? Что есть чё, есть чё, есть чё. Так, ну чё, сначала тогда снесем эти? Или сначала построим эту? Нам, кстати, нам, во-первых, нужен остров какой-нибудь зеленый, чтобы закупиться там, опять же, титаном. Кстати, а по дороге ничего такого нету? По дороге ничего такого нет. Хотя вот смотри-ка, направо 800 метров, 900. Давайте-ка туда сгоняем быстренько. Вообще, конечно, по уму мне надо бы поставить эту хрень где-нибудь вот тут, сбоку от руля. Чтобы видеть, сколько я доворачиваю. С другой стороны, блин, я понимаю, что это будет неудобно. Вот самому мне будет неудобно. То есть, как бы это значит, надо ставить стол здесь, руль немножко сюда. Это будет все дофига места, то есть будет пустое место. Блин, ну ладно, проще немножко покрутиться, ничего страшного. Невелика проблема. Так, чуть-чуть направо еще. Угу. Так, сейчас. Прости, чайка. Но была ты чайка. А стала, в общем, еда. Еда-то, а не чайка. Чайка, чайка. Обучайка. Так. Перо. Перо сюда. Так, то есть тогда строим, да? Ага. Ну, надо брать молоток, надо брать ресурсы и, в общем-то, вперед. Что нам надо, что нам надо? Так, для усиления нам нужны, по-моему... Хорошо, что молоток не ломается, а? Ага, гвозди и слитки. Ну, давайте. Кстати, да, железо-то тоже, будем честны, маловато. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Железа маловато. Надо этот вопрос будет тоже порешать. Так, то есть мы делаем... Раз, два, тим, 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 тим. Ай. Ай, стой. Меня сейчас акула укусит. Вот, ну, как обычно, несоосно. Или как там это слово правильно звучит? Ну, вижу же, что неправильно. Так, ага. Теперь... Вот и я про что. Вроде не так много. Вроде не так много. А, уже кончилось. Казалось бы. Так. Так, ну этого хватает. Да ладно, блин, ты издеваешься. Не хватило. Так, доски надо брать уже отсюда. Раз, два, три. Да, это тоже надо брать отсюда. Странно, что акулы нет. До сих пор. Так. А? Чё такое? А, чёрт. Все. 300 плюс.
300. Черт, я был прав. Ну, то есть я услышал. Так, секундочку. Прав-то прав, секундочку, секундочку. Так, раз, два, три, да, два с половиной. Так, раз, два, три, три. То есть мы берем вот этот центр. Раз, два, три, да, и тут их размещаем. Но сколько они занимают в длину? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По-моему, не хватает, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ровно. Так, ровно, да? Угу. Да ладно. Да, надо будет позаботиться об... Об. Стоп, не туда. О железе надо будет позаботиться. Надо будет пособирать его потом. Так, тебя же можно сломать? Все, платформа есть. Пам. Так, да, с железом беда. Беда бедовая. Надо будет пособирать. Эх. Долго это занятие, блин, сбор железа. К сожалению. Так, это мы пока убираем, все. Так, нам нужен еще один движок. Приехали, как говорится. Движок, мотор. Так, 5 слитков. А вот прикиньте, сейчас я бы их потратил, а? Вот было бы весело. Кстати, да, это было бы весело. Это было бы, мать его за ногу, слишком весело. Так, веревки. 2, 3, 4, 5. И одна мелкосхема. Так, 5 пластика. 1, 2, 3, 4, 5. Сок лианы один. Кстати, да, лиан тоже пособирал немножко. Ну и уж чего-чего. А этого добра навалом. Текс, мотор. Мотор бы покрасить. Окрасить нечем. Так. Угу, эге. Эту штуку однажды придется переносить. Хотя не факт, я вряд ли буду увеличивать размер. Так, нам нужны трубы. Во-первых, трубы нужны топливные. Есть у нас топливные трубы. Водные есть. Да, это я специально их делал, чтобы получить достижение. Там тоже есть 30 труб, что ли, установить. Ой, фонарь. Давайте так поставим. Ну да. Так, сколько надо-то? Раз, два, три. Три штуки. Они делаются по две, да? Если я ничего не путаю. И вообще не удивлюсь. Трубы. Да где они, блин? Ну да. Нужно три, а делаются по две. Сейчас должно усосаться. Но. А, вон оттуда ушло. А, то есть... Подождите. Вы что хотите сказать, что... Из этой штуки вообще топливо не уходит? Логично. Там-там. Там-та-ра-там. Как же я люблю эту музыку. Как она мне нравится. Вперед! И нечем мне тут сказки рассказывать. Мы доплывем. Куды? И тебе дам урожай.
Танц. Есть. Похомячить. Вот что меня, скажем так, грустит в ситуации с островом, что мне сейчас придется опять разбираться с этими проклятущими летунами, блин, и... Ах, а он еще и наверху, да? Подожди-ка. Островок знакомый. Они все мне уже знакомы, я, блин, на каждом по несколько раз был. Тут незнакомых островов мне нет. Они все купаны и перекопаны, блин. Да, удобно. Эти, конечно, можно было убрать, на самом деле. Так, по-моему, это остров... Или нет? Фиг его знает. Нам в любом случае не сюда. Нам надо взять правее. Точнее... А, ну да, правее. Ладно, залезем. Ну... Или это... Подождите-ка, нет. А ну-ка, поворот. Или да. Слушайте, нет, все правильно. Это не тот остров, о котором я подумал. Или тот. По-моему, это медвежий остров. Ну, мелкий, я имею в виду. Мне так кажется. По-моему, это медвежий остров. Так, ну мне нужен два мостика, да? Да, так что давайте. А, ну да, правильно. Я же собирал тут все. Там. Так, это сюда. Веревки. Угу. Эй. Так, ну молоток можно убирать. Он свое отслужил, отработал. Это мы попилим. Так, ну давайте раз, два, да, забираем все нафиг. Друг. Так, по поводу шапки. Слушайте, шапки же я, по-моему, все взял, да? Да, по-моему, да? А, так... Покемарим. Не хочу тонуть, пилить. По-моему, все-таки медвежий остров. Ты что, охренел? Ла. По-моему, это все-таки медвежий остров. Да. Это остров, где медведи респавнятся. И вот эти медведи я тоже уже... Или нет? Или все-таки нет? Секундочку, что это за остров? Как это? Я не узнаю вас в гриме. Я вижу пчел. По-моему, это все-таки медвежий остров. А, это не надо, блин, ну жули есть, ёшкин кот. Пчелы тоже не нужны. Да, это медвежий остров. О, даже голову дали. Это хорошо. Как вы знаете, возможно, головы с медведей падают редко. А, кстати, этот остров на тему сокровища я не обыскивал. Медвежий-то. Я сейчас что-то подумал, да. Так и есть. Так. Это все покупаем. Ну, хлам это все не надо. Так. Это есть. Дальше. Кстати, давайте-ка железо купим. На самом деле, что я туплю. Мне железо нужно. Вот, пожалуйста. 15 штучек-то. Клей нам не нужен. Меди хватает. Можжевельник. Это лесом. Так, это есть. Это есть. Есть. Так, и здесь. А, точно, шапки.
Шапки я не все купил. А это что такое? В смысле? Ага. Ага. То есть нам нужно еще экспертную наживку для рыбы. Два коротких моста. И вот эти три штуки. Угу. Значит, надо вернуться. Мест не хватает. Можно было, конечно, эти доски выкинуть. Да ладно, блин. Чушь. Лишний раз прогуляться. Невелика проблема. Ох. Специалист я по оттягиванию неизбежного, блин. Съехал. Но ничего не попишешь. Да, конечно, такой плод чисто физически существовать не может. Но видите, как его колбасит. Он должен быть мягким, чтобы на волнах. Он сломался уже давным-давно. С другой стороны, к черту реализм. Кому он нужен? Реализма мне, прошу прощения за тавтологию, и в реальности хватает. Так. А, нет. Кожи более чем достаточно. Так. Это сюда. Это сюда. Кожу в металлолом. Ну да, о чем. Так. Теперь по поводу вас, мальчики. Титан пока пусть отдыхает, а вот тебя мы положим. Но все равно мало. Это надо как минимум истчо один. Так. Запасники, запаску можно пока... Че, уже? Показалось. Запаску можно пока сюда убрать. Действительно. Я что-то с ней так пошел. Да и фонарик тоже можно, в принципе, здесь держать, да? Эти штуки надо будет заменить. Так, ладно. Вот, кстати, опять же, возвращаясь на тему острова стоп. Да. Как я уже сказал, я здесь не искал сокровищ, так что давайте быстренько глянем. Верните плот на место. Так, давайте быстренько глянем. Так, тогда мы лопату меняем на топор. А эту меняем на эту. Да. Остров медведей я не обыскивал на самом деле. То есть на этом острове я именно с целью... Он мне не попадался, получается. Хм, интересно. Иду вроде правильно. Нет, не туда. Ага. Я видел на одной из картинок. О, и сразу. На одной из картинок плот, ну, знаете, там на заставке, типа, плот сделанный тем-то. Плот сделанный тем-то. Видел какого-то странного робота с красными глазами. У меня есть зеленый робот с зелеными глазами. Вряд ли, конечно, тут будет больше двух сокровищ. Я, честно говоря, удивлен, что тут два рядом лежит. Обычно приходилось такие дали, блин, пилить. Обыскивать это все, блин. А здесь прям рядышком все так удобненько. Но я, конечно, надеялся найти что-то более полезное. Как бы, с одной стороны, нашел полезное, с другой стороны, оно мне не особенно нужно. Вот эти какие дела. Такие дела, брат. Медведь. Медведь! Нету? Медведь! Ой, куропатка. Ну, такая у меня уже есть, да и они не нужны на самом деле. Кстати, да, их яйца же тоже можно в этот складывать. В преобразователь биотоплива. Что-то я этот момент слегка протупил.
Ну, это уж как водится, как водится. Куда же без этого? О, привет. А вот и не попал. Да, это вам не их босс, которого только и угробить можно путем богоюзания. Грибы. Кстати, грязь. Кстати, грязь. Давайте-ка мы ее того. А то что-то совсем... Я, конечно, ее подобывал. Там, по-моему, какое-то количество есть, но... Грибы. Да, тоже соберем. Так, место-то есть еще? Ага, собрал, блин. Сейчас в обратку идти придется опять. Ну, зато мы все клады нашли. Да? Да. Вот такой мы молодец. Вот такой я молодец. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, по сути, здесь все забрали, да? Мы же здесь все забрали. Да? Вот так вот. И на этом острове я тоже копал. Но, у нас проблема. Я опять насобирал всякой фигни. Так. Что у нас осталось? Титановую руду я купил. Во-первых, наживка. Так. Еще две точки, два места. Да вы шутите. Бамц. Че, из одной шляпы назад бежать? Кого выкинуть? Нет, никого выкидывать не надо. Вот так. Декоративная доска. А, подъемные мосты еще три штуки. Место-то есть? Есть. Так, короткий под... Нет, три, две. Раз, два. Ну ладно, их всегда можно по новой купить, на самом деле. Что не такая великая проблема. Так, где там спуск к плоту? К плоту. Так. Ничего не говорит. Но это, по-моему, какой-то немножко другой медвежий остров. Хм. Какой-то... Я такой не помню. Может, я тут и был, но что-то как-то... Мне кажется... Я помню другой медвежий остров. Чуть-чуть. Иначе он выглядел. Хотя, фиг его знает. Эти острова, блин. Сколько их уже было? Так, ладно. Вот теперь все. Теперь давайте сразу направимся на туда. Ой, блин. Нам, собственно, куда? Нам теперь к... К-к-к-к-к-к. Ворона Пойнт 7-4. Сколько-то там. Ага. Разворот. Угу. Есть, отлично. Ну и раскидываем. Все, что тут нажито непосильным трудом. Так. Это сюда. Это сюда. Так, эту штуку в инструменты. Че, уже? Да ладно. Сейчас прошел. Мы даже до ворон не добрались. Ну, такое вот видео ни о чем. Бывает. Целяви, как говорится. Ничего не попишешь. Так, эти уже кончаются. Ну, это как раз таки невелика проблема. Наживок много, надо будет их как-то сериализовать. Так, что еще? Что из чем? Ой, не сюда положил. Так. Есть. Давайте сначала все раскидаем тут по точкам. Так, это сюда. А, нет, грязи. Да, помню. Ну да, я ее собирал. Я ее собирал, это я помню. Так, пластик сюда. Веревки сюда. Кожу. Грибы у нас, по-моему, здесь. Ага, я их так и не использовал ни разу.
Это мы сейчас померим. Все в обязательном порядке, а иначе какой смысл? Кожу сюда. Эту хрень сюда. Ну, потом ее пожарим. Так, плывем. Плывем. Все раскидали. Мосты. Мостики. А давайте сразу их поставим, действительно. Да, вот тут есть... А, ну это же я все уберу. Тогда, наверное, нет, пока я их ставить не буду. Пусть они лежат в сундуке. Потом я их поставлю. Сейчас надо будет сообразить вообще, как их ставить. Ну да, сейчас я разберусь. Тогда и убирать их не надо. Ну что, давайте обновки мерить. Посмотрим, как наша красавица преобразится. Текс. Ну, поехали. Ой, кто это? Мелкий остров. Я, конечно же, плыву в него. Так. Вот она, наша красотка. С тесаком. Ну, тише. Так. Снимаем. Вот она. Такая красавица. О, какая модная. Хорошо. Так, че еще? Но это для рыбалки, да, это надо будет прям использовать, когда ловить рыбу буду. Знаете, эти шапки всякие, приманка на любой случай. В смысле приманки? О, ну, блин, нет, вот, кстати, в этой шляпе, ну, в пиратской не очень смотрится. Ну, просто... Блин, ей надо какой-то другой, или костюм другого цвета, или сам, ну, или вообще просто другой костюм. Ну да. На пути нашего следования, конечно, стоит какой-то маленький островок, блин. Как же, бляха-муха, без этого. Так, что-то еще. Так вот, возвращаясь к охоте на чаек. Как видите, реально сверху на них, в них стрелять одно удовольствие. Так, тогда что? Смотрите. Тогда раз пошла такая пьянка, я сейчас доплыву до туда. Возьму эти достижения, ну, чтобы в следующий раз на них не отвлекаться. Вы понимаете, о чем я, да? То есть добью... Не понял. А, то есть, в принципе, пофиг, куда это вращается, да? Вы видели, да? Стоп. То есть, серьезно? Главное, чтобы мотор был, а если он не в ту сторону крутит, им вообще по барабану. Хм, интересное кино. Как-то я слегка удивлен этой ситуацией. Ну ладно, выяснили. Так, да, надо будет покрасить эти колеса, чтобы оно в цвет было. Или оставить. Так пока. Ладно, посмотрим. Ну вот, как я сказал, я добью то достижение, построю, соответственно, тот островок, то есть перенесу туда деревья, расширю, соответственно, территорию наших животных, чтобы им было поудобнее. Ибо могу, ибо надо, ибо, да. То есть я их сейчас продвину, соответственно, раз, два, ну да, то есть продвину, расширю вот эту локацию, их тоже расширю, надо будет поставить вот эту же штуку. Да также с той стороны не буду особо заморачиваться. То есть получается, раз, два, вот здесь она будет стоять. А, ну так я ее просто передвину чуть-чуть, угу, будет нормально. В общем, да, план вы поняли, я думаю, вот. Ну а в следующем видео уже тогда, по сути, посайгачим по сюжету. Ну, потому что, в общем-то, все уже. Ну, а какие еще достижения? Там что-то копать, убивать. Знаете, я, может быть, еще сплаваю на Караван Таун, чтобы с рыбками это попробовать достижение получить. Ну, убийство там скольки-то рыбок. Посмотрим. Их там много. Ладно, поглядим. Это, что называется, не горит. Не так сильно горит, как может показаться. Так, ну ладно. На этой более чем положительной ноте. Так, мадам. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Что ж ты будешь делать? Вот. На этой более чем... Пиратская морда. Подождите, может наверху ее расположить.
Если что-то отдалять нормально нельзя, это, конечно, не очень прикольно. Может, конечно, есть тут какой-то фотомод, но я им... В кресле она сидит. Не, ну в кресле не так вольготно. Все-таки вот на диване самый такой смак получается. На диване прям так развалившись, так это... Да что ж ты... На диванчике самое то. Ладно, в общем. Давайте тогда на этой более чем положительной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии, с меня контент. Из нее свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю, включите вашему крючочку. Увидимся в следующей серии. Рад безоговорочно, форева. И в следующей серии мы уже поедем таки по сюжету. Как-то так.